Спасибо. В этом нашем молчании... Родные мои, дорогие мои! Знаете, я вспоминаю уже российские фольклоры с флагами натовскими к нам придут. Они придут нам через феминисток. Мы с вами сейчас находимся... Abortion is a murder of a minor, is a murder of a kid, and in case country allows to kill million kids every year, this country cannot be blessed by God. And any Christian, any Muslim or Jewish obliged to stand for life. We obliged to stop abortions because this is the matter of a human life. And as a lawmaker, I have to serve the Constitution and the people of Russia. And that means that I have to serve not only to those who are on the streets, not only for those who are working in the offices, but only I also have to protect the life in the body of the woman. Все, кто говорят о том, что аборты должны быть, все утверждения, они очень логичны, они очень здравы на самом деле. Но просто нет понимания того, что, во-первых, если человек живет по вере, это совершенно другой взгляд на эти вещи. И если человек понимает, что это действительно убийство, то же самое, что подойти и убить человека рядом, то это совершенно будет на это другой взгляд. Мы выступаем за запрет абортов. Я верю в Бога, я верю, что православные люди наши молятся, и я верю, что Господь услышит наши молитвы, и эти убийства все прекратятся. Мы можем сказать «нет абортам». Тысячи убиваемых детей. Главное достояние, которое есть в стране, это народ.